Отработанные трансформаторные масла из-за неправильного хранения или утилизации могут попадать в водоемы и почвы, становясь серьезной угрозой как окружающей среде, так и здоровью людей. Уменьшить риски и сохранить природные ресурсы помогут технологии регенерации компании GlobeCore, которые реализуются с помощью линейки установок типа SMMR. Это оборудование работает по принципу адсорбционной очистки. После насыщения сорбент можно реактивировать и повторно использовать для регенерации масла. Максимальное количество повторных реактиваций составляет 500-700 раз, что эквивалентно нескольким годам работы регенерационного оборудования. После окончательного истощения сорбент не представляет вреда для окружающей среды и может утилизироваться как обычный строительный мусор или использоваться для рыхления плотных почв. Регенерационные технологии GlobeCore позволяют повторно использовать электроизоляционные масла за счет восстановления их химического состава и введения специальных присадок. Дополнительно установки регенерации могут комплектоваться блоками дегазации для удаления из масла растворенных газов, влаги и твердых частиц. В линейке установок SMMR представлены следующие модели: SMM6R Lite, SMM10R Lite, SMM6R, SMM12R и SMM24R. Рассмотрим особенности каждой установки подробнее. SMM6R Lite – это наиболее простая и компактная установка серии. За счет компактности она может легко транспортироваться на место эксплуатации трансформатора или из одного масляного хозяйства в другое. Установка SMM6R Lite содержит 6 колонн с сорбентом. Масло прокачивается через колонны, а сорбент впитывает все продукты старения, которые накопились в масле, в результате чего происходит его осветление. Производительность регенерации в установке SMM6R Lite составляет 250-450 литров в час, а сам процесс управляется вручную оператором. Установка SMM10R Lite имеет не 6, а 10 колонн с сорбентом, что позволяет регенерировать трансформаторные масла с большей производительностью – 400-750 литров в час. Установка, как и модель SMM6R Lite, является простой и управляется вручную оператором. Установка SMM6R имеет 6 регенерационных колонн большего объема, чем в установках SMMR Lite, выполняет те же функции, является несколько более сложной, однако имеет полностью автоматизированные рабочие процессы и производительность регенерации, которая составляет 600-750 литров в час. Установка SMM12R содержит 12 регенерационных колонн и имеет производительность на уровне 1000-1500 литров в час. При наличии дополнительного блока дегазации установка может удалять влагу и загрязнение с обмоток и твердой изоляции. Управление процессом происходит автоматически. Стоит лишь выбрать нужный режим на панели управления или настроить его удаленно с компьютера. Опционально установка SMM12R может выполняться с комнаты оператора, которая оборудована кондиционером, и устанавливаться на трейлер для удобной транспортировки. Рассматриваемые установки работают циклично. Сначала идет регенерация масла, затем сорбент насыщается и требуется время на его реактивацию, а после реактивации снова начинается регенерация с номинальной производительностью. Следующая установка CMM24R имеет 24 регенерационные колонны и работает в параллельном режиме непрерывно. Пока 12 колонн выполняют регенерацию масла, в других 12 колоннах происходит реактивация сорбента. Поэтому за один цикл она дает вдвое большую производительность, чем установка CMM12R. Отметим, что установки с полной автоматизацией, которые были оборудованы дополнительным блоком дегазации, а это модели CMM6R, CMM12R и CMM24R, также опционально могут комплектоваться системой TSS, которая позволяет безопасно регенерировать, сушить и дегазировать масло непосредственно в работающих трансформаторах. Итак, регенерационное оборудование GlobeCore – это полное восстановление свойств отработанных трансформаторных масел и их повторное использование по назначению. Экономия денег на покупке нового и утилизации отработанного масла за счет его повторного использования – вклад в экономию невозобновляемых природных ресурсов, возможность регенерации масла в работающем трансформаторе, что исключает перебои в электроснабжении, что особенно важно при электроснабжении потребителей особых категорий, экологичность работы, отсутствие опасных выбросов в окружающую среду и отходов, требующих специальной утилизации. Дополнительно установки серии CMMR также могут эффективно использоваться для обработки других нефтепродуктов, например, дизельного топлива, печного топлива, гидравлических и вакуумных масел. А какая из представленных моделей оборудования больше понравилась вам? Пишите свое мнение в комментариях.
Более подробно о модельном ряде установок SMMR можно узнать на сайте www.globcore.com.